1 сентября – это праздник для детей, родителей и учителей. Но главными героями торжественных линеек стали те, кто еще вчера был просто дошколенком, а сейчас вступает новый период своей жизни. Анастасия Торопова поступила в 5-ю городскую школу, в 1-й В-класс. С большинством одноклассников, с которыми предстоит учиться долгие 11 лет, девочка уже знакома. Все из моего садика, из моей группы, а некоторые это не из моей группы. Сегодня первоклассники и их близкие с трудом скрывали волнение. Собирались все лето, закупали мы всю одежду в отпуске. Очень ждала, когда пойдет она в 1-й класс. Сегодня встала 4:30 и не могли дождаться, когда пойдем в школу. Анастасия только вступает в школьную жизнь. Для нее 1 сентября – это всего один маленький шаг в новый этап жизни. А для тех, чей первый звонок прозвенел несколько десятков лет назад, этот праздник – повод еще раз вспомнить годы учебы. И когда все будет... Первый учительница. Волнение перед обязательными. Олимпиады, спортивные соревнования, походы в лес, школьные вечера, первые прилеты. И я хочу сказать, что школьная дружба, самая сильная дружба на земле, и она практически очень-очень долго. Всего в 5-й школе сели за парты 580 учеников. Примечательно, что первоклассников в этом году на порядок больше, чем в прошлые годы. В этом году у нас 4 первых класса, 77 детей у нас поступили в 1-й класс. Большой набор, много детей поступает и каждый год, и в следующем году мы тоже ожидаем большое поступление первоклассников. По словам директора школы Александра Шамова, обычно набирается 2, изредка 3 класса. Такое же увеличение первоклассников и в школе поселка Искателей. В этом году вместо 4 набрано 5 первых классов, всего 108 учеников-новичков. У вас сегодня особенный момент. И на самом деле у вас ни в коем случае не закончилось детство. Оно только начинается, и в нем вы откроете новую главу, новую страну, страну знаний. Вы научитесь взрывать пробирки, вы поймете, как из букв складываются слова. Вы откроете для себя очень много нового и хорошего. В этот день у стен Искательской школы первый звонок прозвенел для более 800 учеников. Из них 94 школьника в последний раз 1 сентября пришли в родную школу. Этот год для них станет особенно важным и тяжелым. Больше всего выпускники переживают за будущие экзамены. Конечно, ЕГЭ, все его боятся, но я думаю, все будет нормально. Главное, у нас хорошая подготовка в школе, и все будет здорово. Как показывает статистика, единый госэкзамен наши выпускники сдают практически без провалов, а многие становятся лидерами по набранным баллам. И затем с легкостью поступают в высшие учебные заведения. Алена Валей, Александр Дуркин, Леонид Шишилов, телеканал «Север».